Друзья, всем привет! Сегодня на канале Твой Игровой со мной Вова, Ира, Денис. Меня зовут Филипп, а поиграем мы в настольную игру, креативную настольную игру «Шерлок и Пикассо». Или Пикассо. Пикассо. Купить эту настольную игру, вы знаете, можно по ссылочке в описании к этому видео. Это фирменный магазин Hobby Games. Покупая игры по нашим ссылкам, вы поддерживаете в развитии Твой Игровой, канал Твой Игровой, а магазин Hobby Games называется. Очень хороший магазин, мы рекомендуем. Покупать там можно не только эту настольную игру, а многие другие. Вархаммер в том числе. У вас шины не те. В смысле не те? А, тут сейчас сорванец, да, и художник. Сломали игру. Итак, по правилам игра. Цель, это настольная игра про рисование. Креативная настольная игра, цель заработать победные очки, но необычным способом. Итак, у нас каждый раунд у нас будет один игрок-художник, другой сорванец. Художник будет рисовать, а сорванец портит его рисунки, а мы будем... Остальные игроки будут сыщиками, которые пытаются отгадать, что изначально нарисовал художник. Игра проходит следующим образом. Ира у нас первый раунд будет художником, Денис будет сорванцом. Художник берет две карточки вот отсюда. На карточках, ну давайте покажем, она возьмет другие. Здесь 8 слов, терминов, да, каких-то определенных, ну слов там каких-то. Она их берет, я запускаю таймер, у нее есть 40 секунд. Она рисует на листике любое из этих слов на свой выбор, то есть она смотрит, выбирает, какое ей проще будет нарисовать. Рисует и сразу же отдает сорванцу, так, чтобы мы не видели. Сорванец начинает их портить, добавляя там какие-то детали, линии и так далее. Нельзя полностью заштриховывать. Сорванцу полностью нельзя зарисовывать. Рвать листики тоже нельзя. Рвать листики нельзя, матерные слова писать нельзя. Художнику нельзя рисовать цифры, буквы и стрелочки. Вот как здесь, да, вот гирю нарисовала, 6 килограмм, такое нельзя делать. Можно просто гирю нарисовать. Даже если это бабочка. Короче. Никаких цифр, букв, короче. Да. Сорванец сразу начинает портить. Потом, когда 40 секунд заканчивается, я еще раз запускаю таймер, и у сорванца есть еще 40 секунд сверх этого, чтобы закончить портить все рисунки. Как только у нас время истекло, он по одному их показывает сыщикам. Мы с Вовой в данном случае будем пытаться угадать, что изначально нарисовал художник. Первый сыщик, который сказал правильно, художник говорит, что это правильно, этот сыщик забирает себе этот листик, это его победные очки. И художник получает за это вот такую вот штучку. У сыщика есть возможность высказать только одно предположение. То есть я сказал «нет». Вова сказал «нет», тогда забирает рисунок сорванец. Он остается у него, и это тоже ему дает одно победное очко. Mm-hmm. Все, после того, как мы все вот так вот листики прогоняем, которые успели нарисовать, сорванец, даже если не успел рисунок испортить, он все равно нам его показывает. Может быть, мы не отгадаем, что художник там нарисовал. Такое тоже бывает. Либо вы подумаете, что я там что-то дорисовал, а там да, что-то другое. Да. Вот, прогоняем все листики, потом ширмы передаются направо, сорванец становится новым художником. Ага. А следующий игрок становится сорванцом. И все. И так каждый по разу и тем и другим побывает, и потом посчитаем победные очки. Все, погнали. Эти карты мы уберем. Или нет? Кому? Мы видим или нет? Нет, мы их не видим. Ты берешь их за ширму к себе. Вот и простой вообще. Две карты. Давай, погнали. Раз, два, три. Рисуем. Ты можешь из любых выбирать. Да, любое слово, которое тебе попроще там изначально рисовать, Денис не смотрит туда. Денис не смотрит. Да? Она да. рисует, ты не смотришь. Ты не смотришь. Да. Вообще, ты не смотришь, что, как работает так? Мастер. Просто так, что ли? Да. Не секси. Ты ж можешь уже как бы заранее, пока она рисует, ты можешь планировать. Я понял, да. Все, хорошо. Это мне еще надо понять, что он рисовал. 30 секунд прошло. Тут надо очень быстро рисовать. Тут надо быстро рисовать, не рисуй. А если я закончила рисовать? Передаешь мне сразу. Все, стоп. Сорванец портит. А она рисует вторую или нет? Нет, все. А, все. Там только один успел нарисовать, да? Ну, чем больше, тем лучше. Быстро надо. Да, их надо быстро рисовать. Давай еще раз. Там может быть 8 их. Я думаю, на 40 секунд на каждый. Нет, на все 40 рисунки. Секунд на все рисунки. Давай, стоп, Денис. Давай мы заново начнем. Ира неправильно поняла правила. Но я просто так очень объясняю, как обычно. Давай, не очень. Второй тур скинь. Обе карты скидываешь, берешь новые две, все, погнали. Вот теперь рисуешь быстро, отдаешь. Рисуешь быстро и сразу отдаешь. Нарисовала, отдала. Денис не смотрит. Вот видишь, нужно два таймера, чтобы таймер еще этого сорваться. Потому что он начал уже рисовать, а... Я успею переключить, все нормально. Пусть рисует. 15 секунд прошло.
Вот, вот пошло дело. За 15 секунд один рисунок. Ну это быстро. Ну он там будет делать, у него-то тоже все 40. У него еще сверху этого 40 секунд. Сверх этого, да. Ну вот, уже что-то. 30. Потому что это сделали 36, 37, 38, 39, 40. Раз, два. Все. Передавай и все. То есть да, там написано в правилах, что по истечении. Да, Денис рисует, твои 40 секунд пошли. По истечении таймера у художника есть еще там буквально 2-3 секунды, чтобы свой этот рисунок отдать. Завершить. Нет. Чем больше, тем лучше, нам не показывать. Чем больше, тем лучше, но не более того. Можно 3. Так, Денис, 20 секунд твои прошли. Три уверенных. Если справиться. Ну, судя по тому, что здесь я думаю, ты написал, я не думаю, что есть такое слово. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, стоп. Давай. Все, давай нам по одному показывай. Нет, показывай нам свои рисунки. Самолет. Да, нет, Ира, самолет. Подожди, он же тоже должен делать? Я тоже. Нет, кто первый сказал, если правильно, сразу забираешь. Да. Моё. Всё. А, кто первый? Кто первый, тот забирает из сыщиков. Усы. Тапок. Сапог. Завод. Всё. Не сапог и не завод. А ну да, чёткое понимание. Ну, если это обувь, то подходит. Ботинок. Ботинок, ну да, в принципе, оно, смотри, должно соответствовать как бы наиболее ближе, прям вот точь-в-точь слово. Что ты нарисовал, Денис, как не стыдно. Завод. Завод я нарисовал. Он нарисовал завод. Я один только вижу здесь неприличное, да? Да. Да, ладно, хорошо. Я нарисовал завод. Штаны. Человек. Все. Что ближе? Шорты. Ну, голод. Да. Следующий. А, все, да? На, тебе. Так, я сорванец, ага. Денис художник. Вы следите за временем. Смотрите, ну, вот старт. Я понял, да. Возьми две карточки. Подожди, он как только берет. Я сажусь, пока да, чтобы не видеть, что у Дениса. Давай. Все, ты готов? Да, готов. Давай. Понеслось. Пока карандаш той стороной возьмет. Половина времени. Может, джунгл поставим пока? Пять секунд. Все. Ну, дорисовывай там, раз, два, три. Да, началось твое время. Да, у него еще 20 секунд. Подожди, она же жетоны должна брать, если вы угадали. Или нет? Да, да, да. Ну, три. Ну, а все мы все угадали. Отгадали. Сколько рисунков было? Четыре. Четыре. Пять секунд. Все четыре отгадали. Все. Ну, давайте. Забор. Скалка? Один раз только, да? Нет, ручка. Это ручка была. Он вот нарисовал вот так и вот так. Я просто размножил. Слушай, ну я дизайнером работал. Ну вот это... Вы заметили. Ну это проще. Ироним Босх? Ну нет, это не версия. Нет, конечно. Улитка? Да. Да. Художник жетон у Иры листочек. Иры листочек. Костер? Это скорее мина какая-то. Версия? Нет. Сковорода? Да. Блин. Окно?
Если бы окно. Да. С днём, Вова. Стул! Блин! Нет, турник. Нет? Ну... А, даже он не знал, что он рисует. Но он же-то не знает, что я... Я не понял, что я думал, что это стул. И турник. Он нарисовал, короче, вот такую штуку. Ну, турник. Вот такую. Он вот такую штуку нарисовал. Логично, турник. А я добавил вот так. Получилось окно, видишь, или стул. Надо было чувака еще нарисовать, который... Да, да, да. Я не успевал уже. Торток? Нет, нет, корона. Корона, я дорисовал. Все. Вы смотрите то, что уже получилось. Значит, это не то. Так, я художник. Давай. На тебе. Гадай. Ресет. У художника еще не было, походу. На тебе. Так, тормозите. Карандаши у всех есть? У меня есть. Так, старт вот здесь. Давайте. Раз, два, три. Погнали. Гладиолус. А, еще нельзя? Можно. На. Не смотри туда. Оно нам не надо. А жетончики-то под лен. Угу. На. Ты уже... Перестань туда. Да, ты под эту ему давай. На. 5 секунд. Все. Эх. 40 секунд дальше. Ну, да, но он идет, идешь, да, до час 20. Ну, 1.20. Да, да, до 80, да, молодец. До 80, ну да. До 80 секунд, ага. Художникам сложнее всего быть. Не, мне художникам больше понравится. Да? Я готов. Все, ну, можно остановить. Я не слишком много нарисовал. Да, погнали. А, подожди. Домино. Да. Жетончик. Забирай себе. Яичная игрушка. Ты сказал что? Грелка. Нет. Яичная игрушка. Нет, нет. Бомба? Да, бомба. Ну, сорванец получил. Я потом уже увидел. Ух, ё. Гантеля? Да! Очки. Да, гантеля! Ну вот она в середине. Красавчик! Я вот боялся, значит, все. Я мало успел нарисовать. Так, Ира теперь сорванец. А я теперь рисую! А, Вова художник. Это да. Ужасно! И все, и на этом заканчиваем. И на этом заканчиваем, окей. Да, считаем очки. Так, ну, дайте так, я подожди. Отсяду оттуда. Давай, давай. Я вижу. Все? Раз, два, три. Сразу передаешь Ирине, не забывай. Да. Плинтус. Не сбивает. Очень сложно сориентироваться. Там 8 слов, ты такой думаешь, какое тебе быстрее начать рисовать, какое попроще. Не знаю, я прям строчил. 20. Нормально. Ну, я вижу 3 всего. У меня сколько штук? 5 на губе. Ну, отгадали, по-моему, всего 2. Ты прям четко... 30. Вот, тебе реально сорванцом надо было. Ты прям так, ручку вообще ты запрятал, мне прям очень 6, понравилось. 37. Я думал, ну как уже можно ручку испортить? Не испортил. Раз, два, три, стоп. Все. Дальше 40 дальше, секунд. Дальше, дальше, дальше. Я плохой художник. 30 секунд осталось. Я думаю, даже Ира не догадывается, что там. Неприличные места рисовал, что ли? Даже Ира не знает, что ты зарисовал. Да. 20 секунд осталось. Ну как детская, на самом деле она для взрослых вечеринок зайдет, знаешь, тоже. Сейчас 10 секунд. 8, 7, 6, 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 1, ты Гитлера там нарисовал? Все, стоп. На эти слова кумира своего. Это детская игра. Смотри, нас закроют сейчас канал и меня мельница. О, блин, это домик просто. Домик. Дом. Это зажигалка. В смысле? В каком месте здесь зажигалка, извините? Она просто поверх нарисовала дом. Да. Где там зажигалка? Молодец. А, вон она. Окно и пламя, видишь, вот она и дом. Офигеть. А, хорошо. Молодец, молодец. Ну, это сорванцу по-любому. На, забирай. Это защита. Это
Колбаса. Боже мой, что это? Мне кажется, вот это внизу было. Наверное. Мне кажется, Вова просто художник не хочет. Может быть. Лодка. Что это? Это лампа. Лампа. А кто ж так лампу рисует? Это было последние 3 секунды. Ладно, хорошо. Даже я не знала. Ладно. Унитаз. По-моему, это там нету таких, блин. Там нету таких, наверное, слов. Нет, да, там не может быть. Там вряд ли там есть унитаз. Да. Я даже представить себе не могу, что. Я не испорченное не пойму. Не испорченное не пойму. Это. Вот, это Кенни. Кенни? Да, ну вот он. Нет такого слова. Не принимается. Давай еще подумай. Может, медаль? Ну, похоже на Кенни, да. Яичница. Яичница, да. Вот яичница. Я скажу яичница. Это кольцо. А. Пипец, она и унитаз. Ну, блин, молодец. Она кольцо превратила в унитаз, вы представляете? Не-не-не, там было, она почти ничего не меняла. Да? Ну это рыбка. А, птичка. Рыбы. Да, это рыба. Блин! Я даже не знаю. Художнику один. Давайте. Все? Я просто художник не очень. Да, давайте. Раз, там эпик и. Два, три, четыре. Вот это все твое, да. Ну и твои же точки за художника. Шесть, семь. У меня семь. У меня три. Четыре. У тебя? Три. Плюс 4. 7, 7. Да. 7, 7. Молодцы. А при ничьей, ну, я думаю, не важно, на самом деле. При ничьей, оба красавчики. Во, в случае ничьей побеждает тот из претендентов, у которого больше всего жетонов. Фира победила. Да. Поздравляем его. Вот такая, друзья, игра простая, но смешная. Не знаю, если у вас кто-то в компании есть, кто хорошо рисует, или наоборот, тот, кто плохо. Как Вова. Как Вова. Я думаю, вам будет в любом случае весело. Есть что кому добавить? Шикарная игра. Я вообще думал вот здесь, что изначально нарисовал вот это. Я нарисовал лампочку и абажур. А я не знала, что нарисовать. Я думал, что он наоборот нарисовал это вот это. Я здесь вижу человека в лодке. Я художник, я так вижу. Я не буду говорить, что это котя. Зато бомба хорошая. Что это? Я просто дорисовала. Зато бомба хорошая. Я понял, там кольцо и с этим. Я бы сделал вообще вот так вот. Такую штуку. Не, ну тогда бы стало понятно. Нет, там было изначально вот эта штука нарисована. Да, я просто нарисовала вот это маленькое. Это перстень с камнем. Ну да. Да, это перстень с камнем. Я только сейчас понял. Вован. Вован, ты просто этот. Вот такая, друзья, я думаю, что на вечеринку какую-нибудь определенно зайдет. Ну а Славик алхимия вам бы устроил здесь. Ты так говоришь, вы что не видите? Это же бозон Хиггс. Вот такое, да, нарисуй. Это эффект Доплера, да. Это не зебра, да? Только надо, чтобы вот здесь вот были меньше, а тут все больше, больше, больше расстояние между ними. Все, друзья, я надеюсь, наше видео было вам интересно. С вами были Твой Игровой, все вот эти замечательные люди. Играйте в настольные игры. И до новых встреч. Всем пока.